Приветствую всех на канале Автоток. В данном видео у нас речь пойдет про штатную магнитолу на Honda Fit Jazz. Вот. Эта модель получается для автомобилей с правым рулем. Как можно видеть по панельке. Вот. Ну, собственно, о самой панельке. Здесь она тоже пластиковая, как и на многих магнитолах. Серый цвет такой матовый. Вот. Форму повторяет головного устройства, собственно, с этой панелькой. Крепление тоже там сзади специальные, как на штатном устройстве. Вот. Отверстие тут под кнопочку, аварийку. Вот. И как бы встанет на место без щелей зазоров, без всяких доработок, то есть все предусмотрено в этом плане. С подключением там pin-to-pin тоже, фишки специальные, я вам их в конце видео покажу. Вот, что касается у нас непосредственно самой магнитолы, это вот самое главное здесь дисплей, конечно же. Здесь у нас 10 дюймов, довольно крупная модель, такой как средний статистический планшет. Вот, он у нас сенсорный, емкостный. Нового поколения сенсор как бы реагирует на все хорошо, не залипает, даже мороз как бы не отказывает. Вот, кнопочки слева тоже имеются, также сенсорные с подсветкой. Подсветка регулируется с помощью данной утилитки. Вот, то есть можете поставить любой, какой вам нравится. Вот, касательно изображения, включу для демонстрации видео. Здесь картинка очень хорошая, цветопередача отличная, яркая картинка, сочная. Цвета все тоже очень хорошо отражаются. Само видео плавно идет, ну, как и все видео, которые здесь будут воспроизводиться. Будь то с внутренней памяти, либо можно через USB порты, флешки, жесткие диски закачать или посмотреть с них что-нибудь. Вот. Поскольку магнитол читает большинство форматов видео. Вот. Тоже касается и аудиоплеера. Вот. Ну, то же самое, то есть можно что-нибудь через флешку послушать, либо через внутреннюю память. По характеристикам здесь у нас, ну, в принципе, стандартная конфигурация, но здесь на платформе Android, то есть современная операционная система, процессор T3, то есть 4-ядерный Cortex A7. Вот, гигабайт оперативной памяти, 16 гигов внутренней. Ну, в принципе, для каких-то не заоблачных целей сгодится. Ну, в целом можно расширить с помощью USB флешек, например, если памяти не будет хватать. Вот, по приложениям давайте пробежимся. Естественно, радио, здесь тюнер встроенный, современный тоже, хороший прием сигнала. Вот, это у нас тут частоты регулируются, здесь, в принципе, настройки несложные, все просто и понятно. Эквалайзер 12-полосный, то есть, если вы любите прям настраивать музыку под себя, то это очень штука вам пригодится. Вот, что еще, Bluetooth имеется, подключение hands-free гарнитуры, свободные руки, чтобы можно было общаться, не отвлекаясь от дороги. На смартфоны, собственно, сами смартфоны тоже можно подключить, транслировать экран, как бы управлять тоже с него, тоже удобно очень. Вот. Ну и другие устройства, там дополнительные кнопочки на руль, либо другие, которые поддерживает данное устройство на андроиде через Bluetooth, даже какие-нибудь UBD адаптеры. Вот, касательно UBD адаптера, даже программка установлена, TarQ, для диагностики автомобиля очень удобная штука. Вот, AUX провода тоже присутствуют, NFC там. Подключение различных аудио, видеоустройств, там, камер специальных, задних, боковых, передних. Вот, очень удобная вещь. При парковке помогает. И, в принципе, контролировать ситуацию вокруг машины, особенно если у вас круговой обзор стоит, очень удобно. Позволяет избежать ненужных аварий, неприятных ситуаций, как бы, и, если что, доказать, что как все было на самом деле. Так, что еще? У нас GPS-навигация тоже присутствует. Тут приложение нужно установить какое-нибудь, естественно. Ну, там Яндекс карты, Google карты, еще какие-нибудь ритейлы. Вот. GPS модуль тоже в комплекте идет. Подключаем его, настраиваем, и все. Работает у нас замечательно. Вот. Что еще вот из интересного? Ну, Play Market. Тоже приложение можно понакачать. Здесь кучу интересных. Chrome браузер. Там в интернете посидеть. А касательно интернета можно либо Wi-Fi настроить здесь. Ну, не настроить, а подключиться к Wi-Fi. То есть через телефон, допустим, сеть раздать. Либо через USB модемы всякие, тоже можно свой интернет сделать, так даже будет удобней. Вот, кнопки на руль тоже настраиваемы, здесь все есть. Очень тоже все просто разобраться, без проблем. Так, что еще тут интересного? Ну, по большому счету все, как бы, основные эти приложения, это у нас проводник. Тут все файлы отражаются, внутренний, внешний, там, если что-то будет подключено, здесь будет отражаться. Вот. Ну, как бы всегда функционал можно расширить с помощью устройств дополнительных, либо приложений. Вот. На данную магнитолу у нас гарантия 12 месяцев. Мы заказываем такие вот у проверенных продавцов, как бы, ну, поставщиков. То есть очень проверяем все, качественный товар. Вот. Если за
это время гарантии, у вас какие-то проблемы возникнут, всегда можете вернуть, поменять там, и даже спросить какие-то проблемы. Постгарантийное обслуживание как бы имеется. Отправка у нас по всей России, транспортными компаниями, почтой. Оплата есть наложенным платежом, то есть при получении только. Можете тоже при получении проверить, если что-то не устроило, вернуть назад. Вот, и также есть отправка в страны СНГ. Вот. Касательно комплектации, здесь у нас идет само головное устройство. Вот они, те самые фишки. Точнее, фишка одна. Вот, распиновка, если что, есть на картинке там. Вот, это задняя панелька. Вот распиновка самой магнитолки. Два USB провода. RCA, AUX тюльпанчики. Вот они. Тут под аудио, под видео, под сабвуфер даже есть. Вот GPS-модуль и Wi-Fi антенка, усилитель. Такая вот магнитолка. Ссылка будет в описании к видео на сайте на нашем. Если какие-то вопросы имеются, задавайте их в комментариях. С удовольствием их ответим. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.